Итак, народ, всем привет! С вами снова я, Зазепа. Сегодня я хотел бы с вами поделиться секретом, как пройти квест «Дорога к свободе» и, собственно говоря, молекулярный уровень. Где находится вообще эта подземка? Эта подземка находится... Так, сейчас вам покажу на карте. Находится-то вот здесь вот. В старой северной церкви, чтобы вы долго не мучились, не ходили, не искали. Ну, вообще, это все можно найти, там, идя из парка, там, по дорожке такой красной, если увидите на земле, вы поймете, о чем я говорю. Так, собственно говоря, как открыть этот дебильный круг? Сейчас я вам расскажу. Да, кстати, весь шифр я оставлю в описании под видео. Если вам будет интересно, вы сами это все, в принципе, поймете, догадаетесь и сделаете. Шифр, в принципе, простой. Простой, в принципе. Так, первая должна быть буква R. Следовательно, крутим до буквы R, нажимаем круг посередине. Так, вторая буква А. А. Третья. Ай. Ай. 4. Л. 5. Р. Р. 6. 0. Так. Вернее, О. Так. 7. А. Так вот. И 8D. 8D. Ну, та-дам. Готово. Ну, что дальше будет, я вам показывать не буду, потому что вам наверняка интересно самому пройти этот момент. А с вами был Зазепа. Если вам помогло это, чтобы самим там не перебегать, не искать, не мучиться, то лайк, подписка. Всего хорошего, пока.